Всем привет! Мы Алексей и Мария. Мы из Москвы. 6 декабря у нас в Майами родился сын Иван, или Айван по-английски. Мы задумались о том, чтобы рожать в Соединенных Штатах. И в Москве мы уже сразу выбрали медицинский центр, где будет вести беременность, и госпиталь, где будем рожать, и доктора. Долго думали, долго сомневались, думали, куда поехать, какой город, какой штат, какую клинику в итоге выбрать. И в итоге остановились на Sunny Medical Center. Плюсами было то, что в этом центре русскоговорящий персонал. А мы хотели, чтобы у нас был американский врач. А здесь было то и другое, и русскоговорящий персонал, и американский врач. Приемлемая цена, удобное расположение. И, в общем, мы вот такой выбор сделали. И, собственно говоря, ни разу за все это время ни об этом выборе не пожалели. Мы, когда приехали сюда, нас сразу же приняли в тот день, в то время, в котором мы договаривались. Познакомились с врачом. Самое главное, что нам сразу же стало понятно, что все, что нам вот обещали по телефону, по предварительной связи, все будет именно так, никаких не будет скрытых платежей. Доктор тот, который обещали, госпиталь тот, который обещали, все, в общем-то, по-честному, это нас сразу подкупило, и мы, в общем-то, ходили в этот medical center, Sunny Medical Center, как, такое какое-то родное место. Нас там всегда встречала доброжелательная администратор Галина, медсестра Елена. Вот. Доктор нас, мы выбрали доктора Алисию Эйкен. Были очень хорошие отзывы о ее работе, о том, что она за естественные роды, не пытается склонить каким-то стимуляциям, кесарево сечение. Это вот то, что было нам нужно. Рожали мы в госпитале Memorial Miramar. Нам все очень там понравилось. Там отдельная была палата, приехал вовремя доктор. Все было здорово, хорошо. Потом мы приезжали несколько раз на осмотр к педиатру тоже в Sunny Medical Center. Себя могу сказать, что я очень сильно переживала по поводу того, стоит ли ехать сюда рожать ребенка в Америке. И вот если Алексей был настроен очень решительно, то я очень много на эту тему думала, очень много сомневалась, очень много переживала по этому поводу. Вот, и вот я могу сказать, что сейчас, когда, уже по прошествии всего этого времени, когда все позади, когда я уже родила, я могу сказать, что я ни на секунду за все это время не пожалела, что мы приехали сюда, что мы выбрали именно Sunny Medical Center. Вот, очень хотела бы сказать огромное спасибо всему персоналу Sunny Medical Center за их внимание, за теплоту, доброту, обходительное общение, уважение и, конечно же, за их профессионализм. Спасибо Лене, спасибо Вере, спасибо Галине огромное, Даше, доктору Скафу, нашему педиатру. И, конечно же, отдельное огромное спасибо доктору Эйкен, которая вела мою беременность и с которой я рожала. Мне было очень с ней комфортно. Я очень ей благодарна за все. Сейчас я могу сказать, что если получится так, что у нас будет вторая беременность, то мы, безусловно, приедем сюда еще раз и обязательно будем обращаться в Sunny Medical Center и к доктору Алисе Эйкен. Так что спасибо вам огромное за вашу работу, которую вы делаете, и за ваш профессионализм.